Добрый день. Я представляю проект «Крылья народного тыла». Мы помогаем армии, мы учим и обеспечиваем беспилотниками наших побратимов, наших солдат. С чего начался проект? Проект начался прошлым летом, тогда, когда было отвезено порядка 40-50 единиц беспилотных летательных аппаратов в армию, и через неделю в живых осталось всего два. Мы поняли, что мало отвезти беспилотники, причем беспилотники тогда возили все. Беспилотники были достаточно простые, их просто покупали в обычном супермаркете, в интернет-магазине и завозили в зону АТО. Мы поняли, что нужна школа, нужны правильные подходы. И начали обучение. На сегодняшний день мы отвезли туда более 35 аппаратов и научили более 300 человек. Основная задача беспилотника какая? Основная задача беспилотника – это сохранение жизни наших бойцов. Это глубокая разведка. Или не глубокая разведка, но это разведка. Или корректировка огня. Мы беспилотники делим на несколько частей. То есть беспилотники ближнего радиуса действия, среднего радиуса действия и дальние беспилотники, ближний радиус действия. Это до 3 километров всего-навсего. Казалось бы, кому может понадобиться такой радиус? Это взвод, это разведрота, это разведывательная команда, которая состоит из 4 человек. Сейчас непопулярная вещь. Стоимость человеческой жизни бесценна. Стоимость человека в 25 лет, то есть это есть посчитано, составляет где-то порядка 1,5 миллиона долларов. Стоимость вот такого беспилотника всего-навсего порядка 2000 долларов. Если он сохранил жизнь хотя бы одного бойца, он себя полностью отработал. А сохраняют они значительно больше. Скорость полета у него порядка 40-60 км в час, то есть можете себе представить. Время полета 20 минут, какое расстояние этот беспилотничек может пройти. Построен он на базе американского DJI Phantom, закрытая система. Почему закрытая система? К сожалению, те люди, которые приходят на обучение, они не имеют никакого опыта. Поэтому и система делается одной кнопкой. On и off. Чем проще, тем дольше будет работать. Мы поставляли разные беспилотники и пришли к тому, что проще поставлять вот такие. Сейчас на фотографии это полный комплекс в рюкзаке, который можно взять за спину и уйти на вражескую территорию. Вот беспилотники среднего радиуса действия, то есть это тоже коптерные беспилотники. Это наша разработка. Сами разработали, сами построили. Построили, понятно, что из китайских запчастей. Ну а что делать? Знаете, как говорят, кислородную подушку под акваланг приспособили. Ночью на нее спим, днем по квартире ныряем. Грубо говоря, вот то, что у нас сейчас происходит с беспилотной авиацией, примерно так и происходит. Мы летаем на игрушках. У нас нет 100, 200, 300, 500, 1,5 миллиона долларов на профессиональное оборудование. Но давайте подумаем. Стоимость самого дорогого беспилотника порядка 40 000 долларов. Стоимость самого дешевого профессионального порядка 500 000 долларов. 10 подразделений или одно с глазами. Что лучше? Я выбираю 10. Потому что 10 подразделений – это больше людей. ТТХ этого беспилотника. Полетное время от 40 до 50 минут. Радиус работы до 15 километров. Средняя скорость
где-то порядка 80 км в час. Максимально мы их разгоняли до 120 по ветру. То есть летает достаточно хорошо и быстро. Преимущество таких беспилотников. Преимущество таких беспилотников в том, что ему не нужно место для посадки. Он может совершенно спокойно взлететь с крыши машины и на нее же и сесть. Имеет автопилот, который может работать как по заранее заложенной программе, так и по командам с пульта. Рабочая высота такого беспилотника порядка 500-600 метров. На этой высоте он недостижим для прицельного огня из стрелкового оружия. Его можно сбить шальной пулей, когда взвод становится и два БК запускает в воздух. Может быть, попадут. Пока, слава богу, не попадали. Камеры оборудованы, оснащены 30-кратным зумом, что позволяет рассмотреть с 500 метров бутерброд в руке. Вот это то, что видит беспилотник. Господа, кто киевляне, вы, наверное, узнаете это. То есть это красный корпус нашего университета. Высота 250 метров. То есть для того, чтобы было понятно, насколько он смотрит, вам вот такая вот картинка. То есть видно хорошо. Внизу увидите, видны и машины, и люди. То есть это снято с легкого беспилотника, на котором нет зума. На большом есть зум, там еще можно бутер рассмотреть. Вот это настоящая боевая картинка, это Донецк. Полуразрушенные дома, к сожалению, сейчас мы таких картин на Востоке видим много. И я скажу честно, это страшно. Третий тип беспилотника, о котором я не сказал, это крылья. Это радиус работы 30-60 километров и полетное время более часа. Это уже, скажем так, бригадная и батальонная разведка. Таких групп на всю линию фронта я знаю с десяток. И в принципе они закрывают свои вопросы и спокойно работают. Вот бывший блокпост. То есть картинка сделана еще летом, она достаточно показательна. По этой картинке мы обучаем солдат. На что в первую очередь люди должны обратить внимание? В первую очередь люди обращают внимание на следы. Видите, посредине поля через пахоту идут следы. Ни один человек, обрабатывающий почву, так не поедет. Это ехал военный. А дальше мы начинаем смотреть, куда он поехал и зачем он поехал. На самом деле эта картинка, как сказал один мой товарищ, достаточно интересная. Вот здесь, вот видите вот эту точку и вот эту точку. Как вы думаете, что это? Ребят, это наддув из-под града, по которому можно понять, куда он стрелял. То есть, имея маломальски небольшие знания, мы понимаем, куда стреляли грады и как стреляли. И рассказать потом по Life News из серии, что стреляли, господа, украинская армия, показываешь фотографию, говоришь, ребят, ваши? Да. Какая украинская армия? По длине вот этого наддува, по длине вот этого наддува, можно даже угол примерный сказать. Вот это вам очень-очень простой такой пример, как работает аэроразведка и для чего она нужна. Здесь мы также видим еще укрепление. Но, к сожалению, вот пульт работает как-то интересно. Мы видим и укрепление, то есть мы рассматриваем и понимаем, чего нам ждать, как нам ждать и откуда нам ждать. Тем самым мы готовимся к нападению и сохраняем свои жизни. Ну вот то, о чем я говорил в начале. То есть мы передали 35 комплексов, примерно 330 человек мы обучили и наши реквизиты. Сейчас я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы.
Добрый день. У меня такой вопрос. Большинство используются сейчас квадрокоптеры и беспилотные летаки. Ось, скажите, такой как боевой дирижабль, скажем так, который постоянно висит в воздухах на блокпостах, применяется, рассматривается, потому что квадрокоптеры они недолго могут находиться в воздухе, ну, в зависимости от батареи. А вот такие вот дирижабли, они могут висеть в воздухе до сутками. Спасибо большое за вопрос. Ответ достаточно прост и очевиден. Дирижабль – это что-то большое и легко достижимое для снайпера. Поэтому, с одной стороны, может висеть долго, но с другой стороны, очень легко поражается и быстро падает. Что самолет, что коптер имеет горизонтальную скорость, и попасть в него значительно сложнее. Исходя из тех расстояний, на которые смотрит камера, подобраться незамеченным практически невозможно. То есть камера спокойно смотрит там километр-два, легко. Ты можешь разобрать человека с этого расстояния. Следовательно, получается, если у тебя коптер висит 40 минут, ты его посадил, взлетел 5 минут, 2 километра за 5 минут. Не пройдешь ты это расстояние просто так. Разрабатываете ли вы что-то для борьбы с вражескими беспилотниками? Вы знаете, сказать, что мы что-то разрабатываем, я не буду говорить. У нас есть чем бороться с их беспилотниками. Но, правда, они борются эффективнее, потому что все-таки мы работаем против хорошо обученной и хорошо оснащенной профессиональной армии. На сегодняшний день украинская армия – это армия с уникальным опытом. То есть, грубо говоря, это армия, которая год воюет против армии, ну, можно сказать, сверхдержавы. И умудряется держать позиции. Такого опыта нет ни в одной армии мира на сегодня. Потому что люди воюют там 2-3 дня. Именно поэтому наша война сейчас называется антитеррористической операцией. Антитеррористическая операция заканчивается в несколько дней. Она не может длиться год. Еще, пожалуйста, ребят. Еще, пожалуйста, вопросы. Если вопросов нет, огромное спасибо вам за внимание. Слава Украине!